вами Катерина Рей, и сегодня для вас вторая часть нашего с вами знакомства с экзотическими фруктами. И сегодня в нашей студии физалис. Он представляет собой такую кожуру, и в ней желтенькая ягодка, которую мы сегодня вместе с вами попробуем. Также, как я вам обещала, в этой серии будет авокадо. У меня сегодня два вида, один подороже, черненький такой, и он более мягкий, и подешевле, он такой зелененький, и они оба из Кении. И гвоздь нашей сегодняшней программы – питахая, по-другому называется дракон-фрукт. Она вот такая красивая, розовая, и для меня она самая необычная. И сегодня мы узнаем, что у нее внутри. Ну что ж, поехали! Сейчас мы откроем физалис. Вот такая у него упаковка. Здесь пластиковая, здесь картонная. Сейчас мы ее снимаем. Вот такой физалис. Если честно, у нас во дворе такой на клумбе растет. Ну, интересно, конечно, попробовать. Ну вот, сейчас мы возьмем одну штуку и откроем ее. Ого, какая большая ягода. Я думала, она будет намного меньше. Отсоединяем. Вот такая ягодка. Сейчас мы ее разрежем. Внутри начинает напоминать какой-то помидор, и в нем много семечек. Очень странный такой. Сейчас будем пробовать. Пахнет как-то травой, непонятно чем. У него такой странный вкус. У него есть что-то типа как от помидора даже. От земляники и от смородины. Вообще, он сладкий, но с кислинкой. На, попробуй. Вот у нас два авокадо. Начнем с того, что подороже. Сейчас мы его будем разрезать. Сейчас уже легко режется. А теперь, опа, достаем косточку. Косточка такая круглая, большая, похожа на деревянный мячик. Вот такой у нас авокадо, оно очень мягкое, и сейчас мы будем его пробовать. Вот мы набрали его в ложечку, и сейчас будем дегустировать. Такой странный у него вкус, маслянистый, я бы сказала. Но вот не хватает слов, чтобы его описать. Ну, я просто так бы его есть не стала, он такой на любителя. Но вот если бы он был в суши, то было бы очень-очень вкусно. Или в салате. Режем авокадо, то, что подешевле. Он, если честно, очень твердый. Он на вид более привлекательный. Косточка очень похожа, тоже как деревянный такой кружочек. Вот, посмотрите. А теперь посмотрите, как он выглядит. Посмотрите. На запах он похож очень сильно на траву свежескошенную. А вот дорогой авокадо похож по запаху на тыкву. Набираем ложечку. Сейчас будем его пробовать. В общем, он по вкусу чем-то напоминает дорогой авокадо. Но он более жесткий, и в нем вот большой привкус травы какой-то. Ну вот, мне кажется, он недозрел. Но если честно, мне больше понравился дорогой. И хотя он выглядит более страшновато, но он имеет такой свой выраженный вкус, такой маслянистый. А этот травянистый, вот, если честно, мне он понравился не сильно. И вот такие были у них косточки. Это у более дешевого аналога, это у более дорогого. Не знаю, что буду с ними делать, но они очень прикольные, такие кругленькие, как мячики. И вот это гвоздь нашей программы – питахая. Она вот такая, и у нее своя особенность, у нее здесь такая дырочка под лепестками прячется. Но не будем затягивать, давайте ее попробуем. И сейчас мы ее будем разрезать, уже не терпится, узнаю, что у нее внутри. Очень легко режется, вот я хочу сказать. Ну что, готовы? Ну все, сейчас будем мы ее пытаться достать. Она, конечно, очень красивая. Опа! И готово.
накалываем. И сейчас будем пробовать. Похоже очень чем-то на киви, у него есть кислинка. Но если честно, вот оно какое-то безвкусное. Если честно, не сильно вкусно. Наверное, нам просто попался неспелый. Хай. Красота. Ну вот мы попробовали все наши необычные фрукты. Физалис меня приятно удивил своим земляничным вкусом. Авокадо имел очень странный вкус, но, если честно, он на любителя. Поэтому, ну, мне он не сильно понравился, но достаточно интересный вкус. А вот при всей своей дороговизне и красоте питахая оказалась не сильно вкусной, если честно, она меня разочаровала. И на этом наше видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось, и вы оцените его лайком. И я думаю, что будут еще похожие видео. А на этом все. С вами была Катерина Рей. Всем удачи, всем пока. До новых встреч!